Morgan. Ребята, я вам обещаю, что сегодня мы с вами будем лить слезы, потому что в последний раз я встречаюсь с группой паранормальных в их нынешнем составе. И прямо сейчас нахожусь в их студии, где они уже готовы показать нам свою последнюю прощальную композицию. Ребята, привет! Я не хочу знати, яким було моє серце. Чорне сонце. Я не схочу жити, як ти підеш. Я не зможу. Знаю. Good morning, ребята! Привет! Все, снимаем наушники по такому поводу. Какая лирика! Конечно, да, есть с самого утра. Вы уже плакали? Мы плакали миллиарды раз вообще в этой жизни. Ну вот. А под эту песню особенно? Под эту, как? Потому что она прям очень-очень-очень душевная. Такая трогательная, песня. Да. Ну это вообще ваша последняя песня? Последняя песня в этом составе. Да, в этом составе. Да. Ну ты как себя чувствуешь? Я себя чувствую хорошо и порой ностальгирую вот по всем нашим былым временам, концертам. Но тем не менее, мы продолжаем гастролировать еще. Это не означает, что группа паранормальных уже полностью распадается. Это просто последняя наша песня. Да. Концерты продолжаются, мы будем приезжать выступать, так что пускай люди не переживают. То есть, в принципе, вас сейчас заказывают на корпоративы везде можно в этом составе? И нужно. Да, нужно. Да. Просто следующая песня уже будет в новом составе. А это вот как прощание такое, она называется «Прогадай». Там действительно очень много всяких пунктов, которые можно вспомнить и посмеяться, и поплакать. Поэтому вот она для нас очень много значит. Ну, песня «Прогадай» мне напомнила очень ваши песни «Happy End». Я так понимаю, это Бажана. Как вы выбрали именно эту песню? Дело в том, что она лежала уже очень давно, просто для нее не было подходящего момента. Мы не могли ее по-настоящему прочувствовать. И тут вот такой повод. Мы ее послушали и поняли, что это действительно то, что надо, тем более она на украинском языке. Да. У нас очень мало песен на украинском языке, и мы решили Мы ее записывали еще, по-моему, 2 года назад. Да. Записали. Пытались, пробовали. Она до этого еще лежала там лет 5-6. Да, но мы прям веселые бегали. Два года назад записали, сделали какую-то приблизительную аранжировку, но вот как-то вот оно не шло, и мы не понимали, что с ней делать. То а сейчас она нотки, вот так, изнутри, да, и все получается. Сейчас как-то все вот очень в тему получилось, все, и да, я надеюсь, по что всем понравится. Но мы услышали, я на самом деле услышала только кусочек. Давайте мы для зрителей сейчас масштабненько такие. Конечно, давайте. Пригадай кілометри, що потрібно було нам пройти, щоб це десь знайти, а для мене все це ти. Пригадай зірки в небі, мільйони літер про одне з текстом про тебе, в очі вітер, ти це все. Я не хочу знати, яким твій світ був без мене. Я не хочу знати, яким мій світ був без тебе. Я не хочу знати, яким було моє серце. Я не схочу жити, як ти підеш, я не зможу. Я не хочу знати, яким було б моє серце.
Молодец. Слухайте, яка чудова, красива пісня. Чи українською мовою? Мені одразу захотілося перейти на українську мову. Дякую. Класно, welcome. Давайте перейдемо. Давайте спробуємо. Ну, у мене були навіть такі мурахи, тому що мені дуже дійсно пригадалося увесь той період створення гурту «Паранормальних» з моменту ще аж тоді. В тебе, Аня, мабуть, так всього. У мене взагалі ностальгія вже от з моменту записання цієї пісні. Мене постійно в якісь флешбеки відправляють. Тобто, навіть, може бути, це дальня память срабатывает. Вдруг раз я вспоминаю, как мы приезжаем в какой-то город на концерт. Вдруг там вспоминаю какой-то саундчек. Какие-то мелкие моменты, это все собирается, я не могу держать это в себе. Я, кстати, только что вспомнил. Помнишь, когда наш не первый концерт, но первый концерт за деньги, можно так сказать. Вау! Это... Я этого никогда не забуду. Я не помню, это был какой-то день города, было нереально холодно, по-моему, там около 0 градусов или там минус 2. Помнишь, как мы с тобой соединили наши взгляды? Тогда мы поняли, что читаем уже друг друга, реагируем на все микрожесты. Чтобы уже команда, так? Да, уже команда. Это был момент, когда мы уже вот реально притерлись друг к другу. Да. Ну, а как сейчас оттираться? Как сейчас отвыкнуть оттираться? Друг от друга? Вот правда. Да, мне кажется, и в любом случае мы будем продолжать общаться, и я Ане говорил это не раз, что несмотря на то, что я ухожу из коллектива, это не означает, что я тут же поудаляю все контакты из телефона, там, из друзей, да. Я надеюсь, что этого не произойдет, мы останемся друзьями и будем общаться, поддерживать друг друга. Да, но группа, например, Destiny's Child тоже распались, да, там Beyoncé пошла, сделала там сумасшедшую карьеру, девочки менее карьеру, но все равно все ждут их альбома «Воссоединение», и они, в принципе, даже запускают такие слухи. У вас были мысли, что, может быть, когда-то вы все соберетесь всем составом? Мне кажется вообще, что у нас настолько голоса друг к другу уже привыкли и ложатся хорошо, что если будут какие-то мысли, может быть, творческие полеты, какие-то личные песни, которые будут рассчитаны на дуэт, то, по-моему... Почему нет? Такой жирной точки, что никогда этого нет. Нет, зачем это делать? Ну, а если... Или, может быть, давай... Давай, больше не приходи ко мне. Такой, алло, кто это? Аня! Но если он все-таки после такой песни действительно спустится сейчас на землю и поговорить о том, как проходят кастинги. Ведь кастинг в группе «Паранормальные» уже запущен. Да, уже запущен, идет полным ходом, и очень много интересных, действительно интересных персонажей. Но поскольку уже вот второй солист, причем второй солист очень яркий, то это просто можно через сканер и через детектор лжи пропускать людей. Потому что, ну, настолько каждая мельчайшая деталь уже либо подходит, либо не подходит кардинально. Тут уже мы выбираем просто супермена какого-то. Я говорю, ребята, может, давайте все попроще сделаем? Потому что, ну, действительно, есть очень хорошие таланты. Но на каком этапе, например, ты сразу понимаешь, человек подходит или нет? Вы сразу берете внешность или вы сразу слушаете записи? В основном голос. Голос. Да, но иногда, конечно же, у нас так, к сожалению, не то чтобы там внешность совсем не совпадала и человек с отличным голосом непонятно как выглядит. Нет, просто сам типаж. Важно, чтобы подходил сам типаж. Ну вот просто мы не будем раскрывать карты, какой это должен быть человек. Артём, закрой уши, закрой уши. Да, закрываю. Вот идеально, кто бы подошел. Ладно, мы берем звезд мирового масштаба. О, не-не. Ну давай, сейчас можно нафантазировать любого. Танька сейчас скажет Джареда Лето. Нет, почему, Робби Вильямс. Ну Джареда Лето, мне кажется, немножко пришлось бы музыку менять. Робби Вильямс. Я бы не против, кстати. Кстати, да, по поводу музыки. Что будет дальше с музыкой? Потому что, ну, у вас была, например, такой веселый материал, теперь у вас более лирический. Что дальше? Ну, то есть, мне кажется, это если сравнивать какие-то комиксы, то сейчас это уже, типа, посерьезнее немножечко фильм начнется. Ну, когда, потому что, во-первых, материал немножко другой, и будет другой человек, и будет совершенно другая атмосфера. Ну, то есть, опять же, мы не хотим сейчас, мы очень много всего говорим в прессе, буквально о каждом нашем шаге. Мы хотим, чтобы это был какой-то эффект неожиданности, тогда это будет иметь интерес и вообще. То есть, мы найдем человека, сделаем материал, и тогда уже... Вот... И тогда обязательно мне позвоните. Обязательно, договорились? Да. Ребята, я звонить не буду уже, да. Ну, ты звони по другим поводам всегда. Ребята, я рада была вас очень видеть. Давайте, удачи вам. Спасибо. Давайте еще раз песню послушаем, да? Давайте. Для меня. Пригадай кілометри, що потрібно було нам пройти, щоб це десь знайти, а для мене все це ти. Все це ти. Пригадай зірки в небі, мільйони літер про одне, з текстом про тебе, в очі вітер, ти це все. Я не хочу з